Россия 24. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и как вот житье-бытье, скажем так. Ну, не смотреть, бардак тут просто это. Деньги мы же деньги это по коммунальным там платили еще на ремонт. Вот новый дом сейчас вот сейчас ремонтируют. Это вот сейчас стадия ремонта у вас все, да? Да, вот, вот видите, просто сосед запил, блядь, поджег себе нахуй, сгорел. В адском пламени, что ли? Я не знаю, он, короче, закурил, блядь, и заснул, а когда, блядь, нахер он перданул, блядь, там... А, вот это вот взрыв метан, газа. Метан, газ. Блядь, и вот все нахуй, видишь, погорело, блядь. Вот тут его дверь была, блядь, и вынесли пожарники, нахуй, там потом... Ну, а что, у вас же квартира в двух уровнях, может, на второй этаж? Собаки, блядь, соседа доедали, нахуй, блядь. Зато вам не надо было их кормить. Да, в принципе, да, вот там одна... Как его? Маркиза! Ёб твою мать! Аккуратно, тут сейчас все в ремонте, главное не ёбнуться. Ларис, открывай! Да уже открыто все. А, во, блин. Лариса, зачем ты ламинат с пола сняла? Кстати, это неразумно, по-моему. Нет, тут просто дубовый паркет был, но мы что-то как... Тупанули, да? Тупанули чуть. Ларис, ну надо опять обратно стелить, ну что-то не... К соседу, к Витьке, который сгорел, блядь. Я вот его вижу, диван, блядь, где нахуй, сгорел, блядь. О, а вот это, что это у вас за зодчество? Пентаграмма какая-то или что это? Это... Графисты опять работают, что ли? Да нет, это сын со школы шел. Нарисовал, блядь, со школы, блядь. Я говорю, сынок, а что это значит? Он говорит, блядь, пап, это, блядь, знак нашей семьи, блядь. Герб. Герб. Фамильный герб. А я говорю, а тут, мне кажется, присутствует как-то вот еврейская символика, вот эта Давидова звезда. Он говорит, ну такие... Да, я говорю, а что написано? Он говорит, ты, блядь, голову нахуй себя не бей. Это древнегреческое, блядь. А зачем вот крышу сняли? Это чтобы лучше дышалось, что ли? Я не пойму. Это, блядь, это ж, блядь, как... Чего, блядь, тупите, блядь. Это, как и во всей России, блядь, этот сезон отопления закончился. Ну, сними крышу, ну, чтобы люди дышали. А, господи. Блядь. Если дождь... Брезентиком. Хуя. Ну чё, в принципе, всё понятно. Как бы не наебнуться тут, блядь. А вот тут вот что это? У вас... Это ой. Сосед сгорел. А, нет, это уже не сосед. Нет, это... Блядь. Это я просто... От изобилия всего происходящего. Голова закружилась прям. А, ориентиры потерял. Эйфория подкатила просто. Я ж после того, как смотрю, вы вот смотрите, Москва, Кремль, Путин. Ну да. Вот, и вот между реклама, типа, живи бодро, пей кока-колу, пепси-колу, блядь, пепси, вот я пепси. Я от алкоголя отказался, вот решил на пепси и на таблетки от горла. Кадиллак какой-нибудь, Кадиллак, да? Кадиллак, да. Хорошее средство, помогает. Ну что, выходим на улицу, посмотрим кабинет ваш. А, ну вот я, в принципе, когда у меня 53-й ребенок родился, ну. Вот мне государство деньги, я вот ввалил все в ремонт. Вы знаете, неплохо. Вот эти сводчатые потолки просто... Вы наполнили, смотрите, это просто малые игрушки. Да я понял. Малые игрушки не убрали. Лего, ёп. Малые игрушки не убрали. Не смотрите. Ну а гараж что, там все благополучно, да, по-прежнему? Ну там это просто от тещи это вывез вот. Вещи ее, да? Да, я еще оставил, еще не разбирал, но там чуть-чуть. Все ясно. Там просто это выкидывать нельзя. Говорят, у вас тут еще это офигенная такая парковая зона. Да. Ну, пойдемте посмотрим.
Недавно просто это. Благоустраивали, все, окончательно. Да, сына мальчика съели. Да? Да, ну это просто. Ну вот парк, да? Ну да. Это. Раскосы и паруса. Так а что в парке с мальчиком произошло-то? Ну вот он шел со школы, вот он тут по дорожке со школы шел, а потом просто что, ну смотри, время уже, ну нет и нету, бля. Пошли, а уже вот такая, косточки лежат и обглажены, и черепушки сверху. Ну съели, по ходу дела. Ну, а кто ест-то тут в основном? Ну это каннибализм, я не знаю. Педозомби каннибализм. Некрохомопедозомби каннибализм. Да. Ну ясно. Ну, так-то... вот тут сантехники, да? А, да. Вась, ты выключай-то нахуй отопление, уже все, дома невозможно. Васька, так... Отопитель, тут, блин. Не знаю, так на улице и топит. А вот вы проходите парки, по сводам, так сказать, парка. Куда иностранцы приходят фотографировать. Ух ты, шка, тут что-то прям у вас бар, что ли, этот? Бар вот этот, да? Да, тут они поэты. Вечером тут молодец собирается. Здесь тюрьма. А, это у вас тюрьма тут своя, да? Да. И обратите внимание, дорога-то она... Дорога, она из мощеного кирпича сделана. Как в эпохе рококо. И вот обратите внимание, вот чуть-чуть такое вот прям изветвление идет так, что вот с элементами барокко. Стиля барокко и рококо. Понятно. Сам Коко Шанель приезжал и восторгался этой рококо, бля. Это картины. Как все в России хорошо стало. Это, конечно, говорят все, вот как. Кто завидует, мол, денег нет, но вы держитесь. А тут вполне возможно. Вот. Не знаю. В общем, это. Остановимся на том, что вполне возможно. Зависники. Да. Опля! Это специально вот сюда приходят молодожены. Вот здесь молодожены встречаются. Вот, значит, вон есть такой обряд. Вот, значит, муж будущий вот становится туда, а вот здесь невестка с мамой стоит, и он говорит, мол, мама, отпускай ко мне жить. Она, отпускаю! И вот туда, отпускаю. И вот как раз. И вот она вон там. И на песок это вот типа пляж это символизирует безбедная, богатая жизнь. Ну да, и вот, как говорится, что невеста в процессе, пока спускается на свое платье, нацепляет, это приданное считается. Блядь. А сколько оборотов невеста делает, когда вот это все происходит? Примерно. Никто не считал? Ну. Ну, то есть вот эти мы, все... мы же все люди с высшим образованием. Вот, ну, в принципе, да. Я, в принципе, наблюдал. Ну, себе столько... Вот спасибо за этот вопрос, но я столько не задавал себе такого вопроса. Но я думаю, блядь... Да я, блядь... Я думаю, она, блядь... Ну, вы думаете, что она, блядь... Все зависит... Это... Нет, это междометие, это в эфире... Это, я надеюсь, это Москва, Кремль, Путин будет показано. Да, да. С Соловьем, да? Да. Как его зовут? Ой, забыл, позор. Я ему хочу... Вова, по-моему. Вова, привет. Я очень смотрю твою передачу «Москва, Кремль, Путин». Вот, и, в принципе... Нет, тут все зависит, если мама такая, она, как говорится, не хочет, чтобы... дочери много подарков на платье, она толкает дальше, да. Чтобы она по земле, а если мама добра, то она толкает и оборотов 100 хуй... То есть... Хуяри, о нет, делает 100 оборотов в секунду. Вот. Ну а потом, конечно, эти деньги, которые наберут на платье, они идут на лечение невесты. Это вот вы имеете в виду вот эти клещи все и репейник.
Или ну, что иногда, тут? Иногда бывает, и некто она спускалась, она... Иногда стекла еще в лицо впиваются, я знаю. В шприц. Жахнулся. В шприц. ВИЧ, вот так, блядь. Лечила, блядь. Это разумно, потому что я знаю, что есть многодетная семья, и ты, к примеру, как там, один из родителей болеешь, к примеру, ВИЧ инфицированный, то тебе еще льгота. Ну, а как вы хотели? Как вы хотели? Это вам не какая-нибудь там империалистическая страна. Япония, Германия, блядь. Да. Тут посмотрите, как говорится, люди живут и рады, что живут. Хорошо, ладно, идемте. Чё?